Во Владивостоке прошло празднование Дня военно-морского флота. Праздник начался с парада военно-морских кораблей, которые шли вдоль набережных Цесаревича и спортивной гавани. Самый такой, я служил на флоте, и это мой самый лучший праздник. Братство, да. Никто, кроме нас. На протяжении всего дня на набережной спортивной гавани проходила концертно-развлекательная программа, посвященная этому значимому для многих владивостокцев празднику. Кроме этого, рядом проходил фестиваль «Пять морей, три океана» – первое гастрономическое мероприятие портовых городов России. Если будет, ну, во всяком случае, у вас... У вас тут обалденно, просто, я в восторге. Ну, у нас отдельная вторая бригада сторожевых кораблей была, это под Питером, такой городишко был, Выборг, там наша дислокация базы была. Ну, служба как служба. 3 года оттарабанил. Сейчас год этого не хотят служить, а мы 3 года служили, тьфу, нормально. И теперь, когда видишь вот ребят в тельняшках, конечно, такое-то, это братство такое-то, так приятно. Тельняшки, корабли, автопробеги и, что самое главное, воспоминания. Все это говорит о дне ВМФ. В этот день можно увидеть людей, готовых поделиться и рассказать о том, как они проходили свою службу. Урал! ССВ-33. Корабль был специально построен, не знаю, по-моему, когда, в 85-м году. А в 88-м тут просто проходил ходовые испытания. Специально был для Тихоокеанского флота построен. Корабль единственный такой был проект. К сожалению, в связи с перестройкой в 90-х годах, ну, прекратил свое существование. Но мы, как бы продолжая часть традиции, мы каждый год встречаемся. Ну, кто здесь, кто в Питере. Они также собираются, проводят также, как бы, смотр. Капитан корабля Кешков, капитан 2-го ранга, проводит также встречу. Все встречаются, вспоминают былые времена службы. Никто не забывает. Как бы мы продолжаем эту традицию. А вечером зрители могли посмотреть долгожданный праздничный салют с мыса Боброва. Степан Скляров, Ксения Быкова, новости на 8.